хочу пригласить пациента. Маша. Это пациент с разными видами, которые используют лечение функциональных нарушений. Для того, чтобы более симметричный человек поддерживал вертикальное положение. Можно я поговорить с вашим? Глобальная цель – это изменить объем сустава. Цель вообще добиться вот этими постановлениями. Цель капы, да. Вы спрашиваете сейчас про что? Про какую-то продвичностную капу? Ну пусть это будет вот который глубокий прикус. Я, может быть, не стоматолог, я не скажу терминами. Цель сопоставить за счет того, что уменьшить объем сустава или как? Нет, там дело не во время сустава. Вы же понимаете, что сустав на голове должен занимать определенное положение. Здесь оно находится сзади, мы должны выдвинуть, если это реально. Опять же, это, понимаете, это сходу не решается. У нас в ортодонте есть целый комплекс дополнительных исследований. Мы делаем снимки обязательно, причем в проекте, боковая операция, прямая операция. Мы делаем КТ, если нам это нужно. Мы анализируем модели, почему модели просчитываются именно математически, с точной до доли миллиметра. Основываясь на всех этих исследованиях, я уже делаю вывод о том, можно ли выдвигать вообще эту нижнюю часть или нельзя. Поэтому говорить об объеме сустава я не готова в рамках данной презентации. Спасибо. Вот мы пациенту это наблюдали и на прошлой конференции. Значит, у нас есть динамика, отслеживаемая за год в рентгеновских снимках. Ну, собственно говоря, вопрос стоял вот о этих технологиях консервативной ортопедии без применения, значит, корсетов, и ну, можно сказать, что для тех, у кого углы отклонения где-то около 20, там чуть больше там, 23 градусов, мы можем сказать, что эти технологии достаточны для того, чтобы поддерживать вертикальное положение тела и на отсроченном периоде не видеть значимого увеличения сколиоза, когда, если человек их выполняет. Это мануальная терапия упражнения дома, это ношение обуви, которое функциональную асимметрию улучшает, это использование вот этого ортезов кал, который тоже улучшает функциональную асимметрию туловища человека. Вот, собственно говоря, у нас такое наблюдение, это несколько пациентов, которые пока есть, они вот такие. Еще пациентов с большими деформациями в моем поле зрения нет, я она соответствует, в общем-то, тем представлениям, которые вообще в детской ортопедии и общемировые на нашем российские представления. В прошлом году Ярославская школа была у нас, и, в общем-то, градации были, в общем-то, такие же. Действительно, до 20 градусов это консервативные предприятия, от 20 до 40 консервативные, но уже с применением дополнительных каких-то и с корсетом шума, который решается под вопросом на каких-то градусов. И после 40 градусов решение вопроса о оперативном лечении. Собственно говоря, такая общая тенденция. Вот. Педиатрическая школа, это Огонек, которые были год назад на нашей конференции здесь, они как раз имеют возможность консервативными методами отыгрывать эти 25-20 градусов и сколиозов свыше 40 градусов, используя только консервативные предприятия. Это их заслуга. В сентябре этого года будет проводиться большая конференция в Санкт-Петербурге, международная конференция по результатам их докладов на конференции в Польше, на европейской конференции в Польше, которая проводилась, заинтересовались эти годы. В России. Вот, собственно говоря, часть нашего тоже будет. Ну, наша задача, собственно говоря, посмотреть функциональные тесты наши с этими ортезами и без них, собственно говоря, для того, чтобы увидеть, как это работает. Да, Дарья Васильевна сейчас уже. Спасибо. Спасибо вам. Немножко пошагать на месте.
Что не во всех этих зонах можно это увидеть. Да? Еще одна. И мы видим, что здесь все один, пожалуйста, протез. Ну, мы видим, что в каком-то одной зоне симметрии не было. То есть мышцы ее в данном положении стремится поддерживать более стабильное положение, что благоприятно повлияет на распределение давления внутри тела, на распределение давления на ростковые зоны тела позвонков, и, соответственно, механоселективные нервные каналы будут реагировать, и они вещественные клетки будут внутри костной ткани, внутри клетки будет другой, и что известно по законам Виктора-Фортмана, где давление меньше, да, там расковая зона растет быстрее, там, где давление больше, расковая зона растет меньше. Сейчас здесь становится симметричным. Хорошо. Мы сейчас посмотрели, что для этого человека значимо офигенная боль стопы и использование артезов стопы с индивидуально подобранным сопротивлением. Значительно меньше, чем когда она без капли.
влияние и давление на красные зубы в связи с этими ячейками. Нам же ортопедам я назначаю как раз те капли, которые надо назначать без эти капли без влияния на зубы, это как раз для формирования движений и положения челюсти и мышц. Спасибо очень. Ортопедические стельки, из которых урона не переносится из обуви в обувь, да? Да. Материал, вы видите, он весь. И видны здесь различные элементы, которые наклеены. Вот. Это материал термоформуемый. Вначале производится подборка. Плантоскопия делают? Да, плантоскопия осмотр на плантоскопе. Да, проводится, но он не является решающим для того, чтобы мы их изготовили. Это одна из частей осмотра, которая тоже нужна. И критерием для оценки являются разные тесты, которые мы проводим как с плюющим, так и с нижними конечностями. И это тесты, которые смотрятся тоже асимметрией и направлением движения. Вначале подбирается заготовка по степени сопротивления. Я хочу сейчас посмотреть, мы уже убрали заготовки, мы могли поставить просто нашу. И вот поверьте уже в основном, что мы по степени сопротивления, это заготовки с разными степенью сопротивления, да, на изгибе, да, и двигательная система человека отреагирует. И вот мы видели на жестком полу, когда стояла Маша, она симметрично уклонялась, и когда мы поставили на эти стельки, она уклонялась симметрично. Мы на первом этапе подбираем так ортезы, стельки, заготовки. Там, где максимум симметрии, ту заготовку мы выбираем. От максимально мягкой до максимально жесткой. Их несколько типов. Затем следующий этап – это формовка. Это термоформовка, то есть уже получаются зоны распределения сопротивления, будут ее индивидуальные. Где-то здесь более гибкая, здесь более твердая получится и жесткая, и они будут индивидуальными. Это как раз то, что докладывалось мной на конференции по международному конгрессе по биофизике, по слабым и сверхслабым полям взаимодействия в биологии и медицине. Это как раз и относится к слабым, потому что маленькое давление какого-то ограниченного участка датчиков приведет к изменению вертикального положения, распределения тонуса такого огромного большого организма. Ну, затем следует следующий этап уже наклеивания вот этих разных предметов. Зоны их, это рефлекторные и механические зоны, которые меняют положение либо пятки, либо каких-то отдельных частях. Вот этот пилот в среднем отделе, микротранзальная подушечка так называемая, да, она как раз необходима нам для формирования свода в переднем отделе стопы, поперечного свода. Затем пациент приходит несколько раз, потому что мы наблюдаем его изменения, мы и доклеиваем разные эти элементы. Процедура сама занимает термоформовки и первичной формовки 15 минут. Если это делается мной на приеме, ну, я занимаюсь этим час, потому что мы сразу пытаемся достичь какого-то значимого эффекта. Ну, давайте посмотрим сейчас. Ручки культурующие, смотрим вперед и сгибаем ноги в коленях. Мы видим, что да, установка движения колени внутрь. Вот один из простых тестов, который можно использовать. Да? И смотри вперед, медленно и плавно сгибай ноги в коленях. Мы видим установку движения. Мы знаем в ортопедии, что установка движения колен в сгибании должна быть вперед с небольшим допуском уклонения к наружу и без отклонения к наружу. Мы допускаем какое-то минимальное, но принято считать, что лучше, чтобы двигалось к наружу.